Это мой младший брат. Эй, дай мне закончить! Всему, что он знает, научил его я. Трагическая развязка неминуема! Готов! Я по-прежнему его тренирую. У меня бой на следующей неделе. Если я его выиграю, то буду получать хорошие деньги, и мы будем чаще видеться. Удачи тебе, пап. Не обращай внимания, Кейси. Пока, милая. Фильм основан на реальных событиях. Ты работаешь уборщиком? Да, еще я боксер. Скорее, боксерская груша. Ну, была пара тяжелых боев, но в следующем я покажу себя. Ага, опять прострешь. А ты шевели попкой и налей мне. Веди себя прилично. Микки Уорд, 31 год, участвует в бою, потому что нуждается в деньгах. Посмотри, Дикки, у него мясо килограммов на 10 больше. Откажешься от боя, забудь про деньги. Я завязываю, Шарли, но хожу из бокса. Не хочу больше. Жаль, что у тебя отняли волю к победе. Мне было так стыдно. Я обещал всем, что выиграю бой, жизнь наладится. Я всех подвел. Этой зимой... Микки, у тебя очень сильный боевой дух. Ты талантливый боксер, и я дам тебе реальный шанс. Попробуй, пока еще не слишком поздно. А что насчет брата? Это он всего меня научил, без него я не могу. При всем уважении, от него больше проблем, чем пользы. Дикки, лег на землю, быстро! Он боксер, сломай ему руку! Микки, это было ради тебя. Что именно это? Сделай одолжение, не делай больше ничего ради меня. У каждой мечты... Готов бой за титул. Я уже не боксерская груша. Он использует тебя. Ты не можешь быть мной. У тебя на себя не было времени, поэтому ты здесь. Должен быть шанс осуществиться. Хочешь заниматься, пусть они свалят. С какого перепуга? Он мой брат, мы родственники. Все дело в тебе. Ты псих. Драться здесь должен я. Не ты, не ты и не ты. Номинант на премию «Оскар» Марк Уолберг. Это мой шанс. Второго такого не будет. Кристиан Бейл. У Микки есть шанс достичь того, что не получилось у меня. Ты нужна ему. Эми Адамс. Хорошо. Увидимся в углу ринга. Это твой шанс. У меня был такой шанс, но я его упустил. Не повтори эту ошибку. Я Микки Уорд. Я Микки Уорд. Боец.